Прекрасная новость для поклонников Куркана Андыча и Мирай Данер. Любимые актеры возвращаются на телевизионные экраны в новом сериале, который будет демонстрироваться на государственном телевидении Турции. Государственный телеканал ТРТ-1 предпочитает сюжеты, которые не только развлекают, но и воспитывают зрителей в лучших патриотических традициях. Неудивительно, что в новом сезоне зрители канала увидят истории про врачей и учителей. Как стало известно, Мирай Данер и Фуркан Андыч сыграют главные роли в новом сериале телеканала ТРТ-1 и компании US Yapım «Черная доска» Каратахта. Автор сценария Эркат Бергерен, режиссер Эндер Михлар. В центре истории учитель математики Атлас Фуркан Андыч. Он возвращается в свою родную школу, с которой у него связаны не самые приятные воспоминания. В детстве он подвергался издевательствам в этой школе. Там он встречает свою бывшую любовь Ирмак Мирай Данер. Совпадение или нечто большее? Начало съемок запланировано на конец месяца. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.